Сегодня на базе ледовой арены «Шайба» функционирует Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. Призван он стать инновационной платформой подготовки юных спортсменов. Первый серьезный турнир на данной тренировочной арене проходил с 4 по 6 июня. Проведение первенства города Сочи по хоккею инициировал мэр Анатолий Пахомов. Когда уже были сданы объекты в эксплуатацию и прошло такое грандиозное событие, как Олимпийские и Паралимпийские игры, то, конечно, наверное, нашим детям сегодня просто очень отрадно участвовать в таких мероприятиях, на таких, скажем, ледовых площадках, которые, ну, к сожалению, наверное, не всем детям в стране дается такая возможность. Но мы очень рады, что сочинцам и жителям Краснодарского края, деткам, есть такая возможность. Конечно, благодаря большой Антону Николаевичу Пахомову мы сегодня собираемся здесь, потому что с его позиции мы начали вообще хоккейное движение в городе Сочи. Первенство проходило среди 10-11-летних ребят. За кубок главы города Сочи боролись 4 команды, все из Краснодарского края. Победителей выявили и в нескольких номинациях. Лучший бомбардир, лучший нападающий, защитник, лучший вратарь и самый полезный игрок. Им, кстати, стал сочинец. В командном зачете 4-е место заняла команда Сочи, бронза у горячего ключа. Вторую ступень пьедестала также заняли сочинские снежные барсы. Ну а пальма первенства и заветный кубок главы города Сочи достался команде «Альбатрос» из Армавира. Мероприятие это стартовое, руководство курорта подобные спортивные состязания планируют проводить еженедельно. У Всероссийского детского центра огромное будущее. Здесь будут приезжать ребята из разных регионов страны. Здесь будет культивироваться очень много видов спорта. Ну, пока, конечно, это хоккей и фигурное катание, но впоследствии это будет фантастический центр. И мы приложим всех, кто сейчас работает в центре, кому доверили такое право, сделаем все, чтобы он был уникальным не только в России, но и во всем мире.